Куинси Промес спустя 2,5 года после отъезда из России превратил свою ностальгию в новую мотивацию. Играя за Севилью и Аякс, он постоянно вспоминал о Спартаке, который стал ему родным. А вот теперь вернулся и в первых 3 матчах забил 2, сделал ассист и заработал пенальти. Своими результативными действиями он уже помог красно-белым подняться в зону Лиги чемпионов. А возможно и поможет навязать борьбу за чемпионство. Не зря вернулся. Недавно мы выпустили топ про то, как игроки мстили своим прежним клубам. Вам зашло? Так что сегодня обратная тема. Это топ-10 футболистов, которые сохранили любовь и уважение к своим бывшим командам, вернулись и помогли им выиграть трофеи. Будет много крутых историй. Открывает выпуск сегодня Фернандо Торрес. Он воспитанник Атлетика, выступал за клуб еще в Сегунде в начале нулевых и помогал подняться в Примеру. Болельщики матрасников его обожали, но уровень молодого Торреса тогда был явно выше, чем клуба. Да и деньги от продажи Фернандо очень были нужны Атлетика. Так что в 23 года Эль Ниньо уехал покорять АПЛ. Там стал мировой суперзвездой, круто получилось в Ливерпуле, не особо круто в Челси. И вот посреди сезона 14-15, после непродолжительного периода в Милане, 30-летний Торрес отправляется домой, пока в аренду. И признается, возвращение в родной клуб – это исполнение мечты. Но надо еще доказать свою важность. И как раз по расписанию 2 подряд мадридских дерби в 1/8 Кубка Испании. В них-то Фернандо игры махнул как следует. В ответной игре он на первой же минуте увеличивает преимущество матрасников, добытое в первом матче. А после того, как Рамос 1 гол отыгрывает и Реал снова становится опасен, Торрес, усадив на 5-ю точку Пепе, опять делает болельщиков Атлетика счастливыми. Матрасники идут дальше. В мае болельщики Атлетика признали Эль Ниньо лучшим игроком команды, и он подписал с клубом полноценный контракт. На следующий год дошел с Атлетика до финала Лиги чемпионов, забив важный гол действующему обладателю трофея Барселоне в четвертьфинале. Этот мяч позволил мадридцам уверенно себя чувствовать в ответной игре. Однако кульминацией второго периода Торреса в Мадриде стал сезон 17-18. Эль Ниньо отсутствовал в клубе в год чемпионства и оставался без титулов, выигранных в составе матрасников. И вот теперь он принял участие в славном походе Атлетика в Лиге Европы. Сделал дубль в Черкизово в 1/8, а в финале Симеоне выпустил его символично на последних минутах при счете 3-0. Это было чествование ветерана, который вернулся, чтобы наконец поднять над головой трофей в футболке родного клуба. Торрес сделал это и признался, что за всю карьеру подобного счастья не испытывал. Номер 9. Хенрик Ларсон. Вершиной клубной карьеры великого нападающего логично считать финал Лиги чемпионов 2006, в котором он, выйдя на замену, при отрицательном счете сделал 2 гениальных ассиста и помог Барсе выиграть трофей. Но даже несмотря на такое яркое завершение сезона, да и в целом эффективную игру за каталонцев в роли Джокера, 15+5 в том сезоне во всех турнирах, 33-летний Ларсон решил вернуться в родной город Хельсинборг и подписал контракт с одноименной скромной командой, в составе которой начинал профессиональную карьеру. Для чемпионата Швеции уровень звездного ветерана оказался просто супер. 22 результативных балла в 22 матчах национального первенства. Но самое главное, Ларсон наконец выиграл свой первый и единственный трофей на родине – Кубок Швеции. Для лучшего игрока страны за 50 лет это было очень важно. Всего же в составе Хельсинборга у Хенрика после возвращения 42 гола и 23 ассиста в 87 матчах. Супер статистика. А в 38 он решил завершить карьеру. Однако это еще не конец истории. В 2013-м ветеран Ларсон совершил еще одно возвращение в качестве ассистента главного тренера в маленький клуб своей юности Хегеборг из 3-го дивизиона. Там под руководством легендарного экс-игрока тренировался его сын Джордан. И вот однажды из-за эпидемии травм 41-летнему Хенрику пришлось на 7 минут выйти на поле. В результате он сыграл со своим 15-летним сыном. Представляете, как круто! Причем нынешний форвард Спартака в той игре еще и забил, удостоившись батиной похвалы. Немногие получают шанс играть с сыном. Это было очень весело, а он сыграл хорошо. Я им горжусь. История какого-то невероятного возвращения и настоящей победы над временем.
Восьмой – Карлос Тевес. Аргентинец начал профессиональную карьеру в 16 лет в составе Боки Хуниорс. В 18 он уже взял чемпионат и Кубок Либертадорес, причем уже тогда зажигал по полной. В южноамериканском аналоге Лиги Чемпионов забил 5, начиная со стадии 1/4 и включая финал. Так что заслуженно был признан MVP турнира, а также игроком года на континенте. В декабре 2004-го 20-летний Тевес поехал покорять за границу, но прежде заявил, что мечтает завершить карьеру в своем родном клубе. И это были не пустые слова. Спустя отличные 11 лет европейской карьеры 31-летний форвард, забивший в последнем сезоне 20-ку в серии А, был признан игроком года в Италии и 7 в Лиге Чемпионов, объявляет о возвращении в Боку. Любовь фанатов родного клуба к Тевесу была настолько большой, что на его презентацию пришло 40 тысяч человек, включая Диего Марадонну с родственниками. На Бомбонере был настоящий праздник. Аргентинский клуб с помощью Тевеса сразу же делает золотой дубль, а Карлос становится первым игроком в истории, который в одном календарном году смог выиграть 2 чемпионата плюс 2 национальных кубка. Понятно, что это из-за разных календарей в Европе и Южной Америке, тем не менее, классное достижение. Потом у Тевеса начались проблемы, на поле не ладилось, да еще и во время отпуска ограбили его дом. В такой ситуации игрок решил принять предложение китайцев, которые прописали в его контракте какую-то рекордную для мирового футбола зарплату – 38 миллионов долларов. Решение далось мне тяжело. На этот трансфер я согласился из-за жизненных обстоятельств. Я не прощаюсь. Объяснился Карлитос. А перед отъездом сделал дубль в суперклассика, переломив ход встречи. Особенно хорош был второй мяч. Праздную Карлос неустанно целовал эмблему любимого клуба. Стало ясно, он еще обязательно вернется. В Китае не заладилось. Несмотря на огромную зарплату, Тевес хотел играть только в Боке и раньше времени разорвал контракт, вернувшись домой. Говорят, нельзя войти в одну реку дважды, а вот Карлос и третий свой отрезок в составе Боки проводит очень даже полезно. Он до сих пор в коллективе. Клуб берет титулы в сезоне 19-20. У форварда-ветерана было 11 баллов по гол плюс пас в 17 матчах чемпионата. А прошлым летом Тевес окончательно покорил болельщиков, сообщив, что отдаст свою зарплату и премиальные за полгода на борьбу с пандемией. Неоднократно во время своей карьеры Карлитос говорил, что за свою первую команду готов играть даже бесплатно. Ну вот, почти так и получилось. Седьмой – Хесус Навас. Испанский краёк начинал в Севилье, со временем стал одним из ведущих футболистов клуба. Потом его купил Ман-Сити, где у легионера было бодрое начало, но из-за частых, пусть и незначительных повреждений, Навасу стало тяжело конкурировать в суперклубе. Да и в 32 года мало кто из фланговых игроков способен тянуть такой уровень. Хесус вернулся, казалось, доигрывать в Севилью. И кто бы мог подумать, что здесь он обретет вторую молодость? А вышло именно так. Навас стал рекордсменом по количеству игр за клуб, при этом не просто выходит на поле, но и значительно влияет на игру своей команды. В этом отношении он в последние годы, возможно, лучший правый защитник всей Ла Лиги. Единоличный лидер испанского чемпионата по кроссам на протяжении двух последних сезонов. А в прошлом году Хесус довел до 3 количество своих побед с Севильей в Лиге Европы. Причем стал важной причиной завоевания трофея. На счету испанца по ассисту в одноматчевых полуфинале и финале турнира. Наваса включили в символическую сборную второго по значимости Еврокубка. А еще он в том сезоне был номером 1 в Севилье по количеству игрового времени. И это в 34 года на сверхэнергозатратной позиции. Хесус сейчас не просто крутой ветеран, он играющая легенда клуба. Так что после возвращения в честь него даже переименовали второй стадион Севильи. Теперь арена, на которую играют вторая и женская команды, зовется Estadio Хесус Навас. Вот это я понимаю, вернуться с фанфарами. На 6-й строчке Хуан Себастьян Верон, который после возвращения стал настолько важен для родного клуба, что впоследствии стал им управлять, но обо всем по порядку. Верон был большой звездой в Италии, но после очередного чемпионского сезона в 31 год решил вернуться на родину. Его звали богатые Ривер и Бока, но он выбрал родной Эстудиантес, которому еще во время европейской карьеры жертвовал деньги на реконструкцию тренировочной базы и вместе с которым в 95-м вышел высший аргентинский дивизион из второй лиги. Чемпионом же
страны скромный клуб последний раз был в далеком 83-м, но ветеран хотел играть именно там и в одночасье стал суперзвездой всего футбола на континенте. С Вероном Эстудиантес в первый же сезон впервые за 23 года выигрывает национальное первенство, а потом идет за кубком Либертадорес. Это особенный турнир для Эстудиантеса, а они побеждали в нем трижды подряд в конце 60-х, начале 70-х. И вот в 2009-м удается дойти до финала. Перед решающим матчем Верон произносит: «Я бы променял все, что выиграл за карьеру, за этот трофей». И мечта сбывается. Хуана Себастьяна называют лучшим игроком турнира, а еще он два года подряд признается номером один во всей Южной Америке. По окончании же карьеры Верон выиграл выборы на должность главы клуба. Управляет им до сих пор. В 17 году 41-летний Хуан Себастьян даже несколько раз вышел на поле в качестве играющего президента и даже сделал ассист в игре Кубка Либертадорес. Дело в том, что ранее Верон пообещал фанатам, что возобновит карьеру игрока, если они выкупят как минимум 65% боксов на обновленном стадионе клуба. Крутой маркетинговый ход. Фанаты, конечно же, выкупили места, а Верон стал первым в мире человеком, совмещающим посты игрока и президента клуба в высшем дивизионе. Сейчас даже сложно представить, что бы делал Эстудиантес и где бы он играл без возвращения своего знаменитого воспитанника. А вообще, вы сами можете вернуть крутого футболиста в любимый клуб, когда захотите. Во всяком случае, если играете за этот клуб в футбольном симуляторе на PlayStation 5. Консоль была представлена в конце прошлого года и сразу стала бестселлером. Оно и неудивительно. Молниеносная скорость загрузки благодаря сверхскоростному накопителю SSD. Невероятный эффект погружения благодаря тактильной отдаче и 3D-звуку, а также поддержка вывода изображения в 8K. Есть две версии консолей. Digital-версия и с дисководом Ultra HD Blu-ray. У них одинаковая производительность и отличие только в наличии привода. Впрочем, даже в версии без дисковода очень удобно приобретать и устанавливать игры через онлайн-магазин PlayStation Store. А также вы всегда можете оформить подписку PS Plus и получить доступ к мультиплеерному режиму и коллекции PS Plus, в которой входят многие суперхиты вроде Batman Arkham Knight, Bloodborne, Fallout 4, God of War, Monster Hunter World и Persona 5. Ну и в этом году в PS Store нас ждут несколько очень ожидаемых тайтлов, и получить наибольшие эмоции от них можно, конечно, играя на PS 5. В общем, PlayStation 5 — отличный способ расслабиться и весело провести время, а также развить свои игровые навыки. Всю информацию про консоль вы найдете в описании, а мы продолжаем. Пятая позиция, и здесь Александр Фрай. Мир узнал швейцарца как нападающего дортмундской Боруссии, классного форварда штрафной площади, а также лучшего бомбардира в истории своей национальной команды. Он застал в Дортмунде Клопа, но не дождался славных времен шмелей. У игрока были проблемы с коленом, и летом 2009-го он решил вернуться в Базель, где начинал свою профессиональную карьеру. Уровнем ниже 30-летнему форварду должно было хватить здоровья, чтобы поменьше лечиться и побольше играть. Расчет оказался верным. 4 сезона за клуб из родного города прошли феерично. Гол плюс пас в первой же игре. Чемпионство в каждом из сезонов. Фрай, кстати, до возвращения не выигрывал чемпионат родной страны. Ветеран дважды победил в гонке бомбардиров, а в дополнение к этому в последнем сезоне Алекса клуб еще и добрался до полуфинала Лиги Европы. На прощальный же матч легенды клуба против Цюриха 108 сотрудников Базеля по количеству голов Фрая за клуб образовали живой коридор для выхода игрока на поле. Футболист не смог сдержать эмоций, но потом сосредоточился и отработал на славу. Игра складывалась непросто. Хозяева пропустили первыми, но Фрай со штрафного как рукой забросил мяч в девятку. Дальше Базель было не остановить. А после финального свистка Алекс дирижировал фанатами футболки с надписью «Спасибо, Базель, за отличное время». Идеальное возвращение, так что прощаться вновь очень не хотелось. Слегка не дотянул до первой тройки Роки Санта-Крус. Парагвайец, воспитанник Олимпии и столичного города Асунсьон. Он несколько сезонов был лучшим бомбардиром своего возраста и рано дебютировал в составе основной команды в 16 лет. А спустя год и два чемпионских звания его признали футболистом года в Парагвае. Вот такой он ранний. Европейская карьера Роки получилась не то чтобы прям звездной, но яркой и разнообразной. Кучу трофеев выиграл с Баварией, был признан игроком года в составе Блэкберна, еще и в Испании поиграл. А в 2016
2016-м 35-летний ветеран прилетел на родину, чтобы провести там отпуск, но все пошло не по плану. В аэропорту игрока бурно встретили фанаты Олимпии, которые помнили его заслуги. Санта-Крус был настолько поражен, что сразу решил вернуться в родной клуб. И уже через два дня Олимпия объявила о подписании игрока спустя 17 лет после его ухода. Санта-Крусу была даже не важна зарплата. «У меня появилось желание быть здесь, в Олимпии. Это мой дом. Отсюда все начиналось». Порадовал Рокки красивой цитатой местную прессу. А дальше началось самое крутое. После возвращения футболиста Олимпия 5 раз выиграла национальное первенство. 2 апертуры и 3 клаусуры. А Санта-Крус становился за этот период лучшим бомбардиром чемпионата и Кубка Парагвая. А в 2018-м был 2-й раз за карьеру назван игроком года в стране. 2 одинаковых индивидуальных титула с разницей в 19 лет. 39-летний Рокки до сих пор в основе родной Олимпии. Вот его совсем свежий гол. Забил победный в начале марта в чемпионате. Пожилой бомбардир еще в порядке. Классно, что вернулся. Тройку открывает Дидье Драгба. Вождь в составе Челси за 8 лет прославился на весь мир. Выиграл несколько раз АПЛ и Кубок Англии, признавался лучшим футболистом Африки, попадал в десятку золотого мяча, а в 2012-м зашел на вершину европейского футбола. Причем именно его гол спас синих в финале на 88-й минуте, а его пенальти оказался победным в послематчевой серии. Блестящее окончание карьеры в Челси для 34-летнего ветерана. Драгба тоже так думал и уехал доигрывать в Китай, а потом в Турцию. Однако в 2014-м Мауриньо решил, что даже 36-летний Драгба совсем не помешает осуществить новый большой поход за трофеями. Благо, платить за его рица не требовалось. И сам Дидье, хоть и сыграл посредственно на чемпионате мира в Бразилии, посчитал, что любимому клубу помочь сможет. Так оно и вышло. У Челси в центре нападения в том сезоне могли выйти и Торрес, и Диего Коста, а еще в команде были молодые Лукаку и Бамфорд. Но несмотря на такую конкуренцию, Драгба играл отнюдь не только в победном розыгрыше Кубка Лиги. В Лиге чемпионов он забил свой 50-й еврокубковый мяч. Но самое главное, стал проводником идеи Жозе, лидером раздевалки, принял участие в 28 играх АПЛ и отпраздновал очередное чемпионство. Теперь в качестве полезного игрока ротации. Но посмотрите, как он забил в той премьер-лиге МЮ на Олд Траффорд. Ну просто зеркальное отражение гола в финале Лиги чемпионов. Контракт у Дидье был на год, продлевать не стали. И Уариц опять решил уйти на высокой ноте. На последний матч чемпионата он вывел команду в качестве капитана. Болельщики вывесили баннер. Игроки уходят и приходят. Легенды остаются навсегда. Дидье ритуально заменили спустя полчаса уже ничего не значившей игры, чтобы его проводы не затерялись в вакханалии празднования титула. Партнеры вынесли Драгба с поля на руках. Вернулся ненадолго, но очень полезно. И это запомнилось навсегда. На 2-м месте Клаудио Писарро, чемпион Европы по возвращениям. Не ставим его на вершину топа только потому, что в Вердере, куда его постоянно тянуло, проблематично было брать титулы. Но кое-что он все-таки выиграл. Итак. Бремен – это 1-е место назначения перуанца в Европе. Писарро, который закончил только минувшим летом, свой первый контракт с Вердером подписал еще в прошлом веке, в 99-м году. 15 мячей в 1-м же сезоне. Его приход в команду, пожалуй, лучшее, что могло произойти. Не мог нарадоваться главный тренер Томас Шаф. Вскоре талантливого легионера предсказуемо забрала Бавария, откуда он по окончании контракта ушел в Челси. Первое возвращение Писарро в Вердер было своего рода реабилитацией после неудачи в Англии. Там совсем не получилось. В любимом же Бремени перуанец моментально пришел в себя и сделал за сезон 34 по гол плюс пас во всех турнирах, в том числе 7 баллов в победном Кубке Германии. Вот он, тот самый трофей по возвращении. Потом 33-летний Писарро решил еще раз отправиться за титулами в Баварию и отыграл там 3 сезона. Бременские болельщики уже так его обожали, что ничуть не обиделись. А когда Писарро решил снова вернуться в Бремен, фанаты встретили его в аэропорту как суперзвезду. Я в шоке от такого теплого приема. Сначала подумал, что со мной в самолете летела какая-то звезда. Джастин Бибер, к примеру, или Папа Франциск.
первом сезоне в свой третий приход в клуб Клаудио опять был одним из самых виртуозных в ансамбле бременских музыкантов. 16+5 в 32 играх. Но потом пришли Серж Гнабри и Макс Крузе, и руководство решило не продлевать контракт с перуанцем. Он ушел в Кёльн, однако длительного расставания не получилось. Через год 40-летний Писарро пошел на четвертый заход в Вердер. Просто невероятно. Если в Бремене есть Писарро, значит с командой более-менее все в порядке, написала одна немецкая газета. И это было в точку. С Клаудио Вердер спасся от вылета в прошлом сезоне. Одна из причин, по которой я столько раз возвращался, это теплое и дружелюбное отношение горожан и команды ко мне. Объясняет свою сумасшедшую историю Писарро. И правда ведь очень трогательно. Побеждает же сегодня Франк Райкаард. Знаменитое голландское трио Ван Бастен, Гулит, Райкаард гремело в Европе в конце 80-х, начале 90-х. Победа на Евро, 2 Кубка Чемпионов и 2 Серии А в составе Милана. Эти ребята, выходя вместе, делали результат. Райкаард первым из них решил вернуться на родину. В 30 лет уроженец Амстердама подписал контракт с Аяксом, клубом, который дал ему дорогу в большой футбол. Тогда в знаменитой команде был курс на омоложение. Перестройка, которую затеял Ван Гал, шла болезненно. Райкаард по замыслу тренера должен был сбалансировать коллектив своим опытом и авторитетом, став таким дядькой для молодых ребят. И план сработал на 100%. Аякс строил игру на тотальном владении. Франк большую часть времени проводил на месте опорника, его основное амплуа по карьере, но при обороне опускался в центр защиты. Только игрок масштаба Райкаарда мог превратить гибридную схему в реально работающий командный механизм. Он это сделал и внес ключевой вклад в ошеломительный успех команды Ван Гала. 2 подряд чемпионства и сенсационная победа в Лиге чемпионов. Аякс дважды грохнул в группе бывшую команду Райкаарда, лучший клуб Европы на тот момент Милан. В полуфинале дома Амстердам вынесли Баварию, а в главном матче снова встретились с действующим обладателем ушастого кубка. И вы посмотрите, кто это под номером 4 на 85-й минуте удобно отдает Клюверту, а сам мчится в штрафную, чтобы, если что, замкнуть или добить. Франк Райкаард, автор решающего ассиста в финале Лиги чемпионов. Это был заключительный аккорд его блестящей карьеры. Триумфальное, эпическое возвращение в родной город, в команду своей юности. После этого можно было спокойно заканчивать. Вернулся так вернулся. Друзья, мы специально брали в выпуск только тех игроков, которые возвращались в ставшие им родные клубы, потому что очень любили эти команды и их болельщиков. Поэтому тут нет, например, Поля Погба, который вернулся в МЮ только из-за денег. Пишите, кого еще мы забыли, только сами не забывайте про условия взять трофей. Подписывайтесь на мой инстаграм, я там недавно дал свой прогноз на фаворитов Лиги чемпионов. Ну и вот тут гляньте прошлые ролики. Сань Журавлев, Мяч Продакшн. Пока.